К огромному сожалению, христиане подвергаются гонениям не только на Ближнем Востоке. Не могу не сказать об Украине, где вслед за антиконституционным переворотом была развязана братоубийственная война, в ходе которой национал-радикалы взяли курс на нагнетание межрелигиозной розни. Уничтожаются православные храмы и монастыри. Священники и верующие подвергаются запугиваниям и издевательствам. Только на юго-востоке Украины 10 храмов полностью разрушены, еще 77 нанесен серьезный ущерб. 3 православных священника убиты. Многие священнослужители сбежали в Россию, спасаясь от угроз со стороны экстремистов.